Всем привет, друзья! На связи Арбат Хоумс, и у нас для вас просто шикарная новость, потому что с 13 по 15 октября Арбат Хоумс во главе с Асым Баштугом будут находиться в Москве и проводить индивидуальные встречи. Мы обсудим такие вопросы, как приобрести недвижимость в Турции, как сдавать ее в аренду, как получить вид на жительство и как стать инвестором для Турции. Эти вопросы и многие другие мы обсудим на индивидуальных встречах, поэтому просьба обращаться по этому номеру телефона и записываться заранее. Посмотрите, друзья, вот такой вот у вас будет местный житель в этой квартире. У нас сегодня на обзоре квартира, аккуратно, кошечка, кошечка, аккуратно, квартира 2 плюс 1, 100 квадратных метров, это район Тамюк, город Мерсин. Вы посмотрите, какой зеленый сад, дом уже жилой, квартиру можно на аренду, на перепродажу. Как говорит наш любимый SMB, берите зубную щетку, приезжайте и живите. Смотрите, какая красота по инфраструктуре. Баскетбольная площадка, аквапарк, беседки, вы видите, вон там зона барбекю. И что меня очень сильно прям завораживает, это вот эта зелень. Район Тамюк вообще в принципе очень зеленый, но вот в этом комплексе просто вот цветочки, деревья. Ох. Иногда бывают такие проекты, в которых хочется жить самому. И вот это один из таких. И еще один очень важный факт про район Тамюк. Здесь живет наш оператор. Поэтому район Тамюк выбирают хорошие специалисты, и можете выбрать вы. Давайте поднимемся в квартиру, посмотрим, что же там внутри, и еще немного вам расскажу про этот комплекс, но уже наверху. Квартира находится на 9 этаже, открывается вид на море. Здесь, кстати, до моря всего лишь 500 метров. Давайте зайдем, посмотрим на эту шикарную 2 плюс 1. Вот мы и в квартире, здесь уже чистовая отделка, подведены все коммуникации. Я напоминаю, что проект жилой, отлично подойдет как для сдачи в аренду, так для дальнейшей перепродажи, или же можно жить здесь самому. Давайте посмотрим, что здесь все-таки у нас есть. Здесь кухонный гарнитур, все выводы под электрику, все сделаны, все выключатели готовы. Вот, просто бытовая техника ставится, место под холодильник, и здесь уже можно жить. Я напоминаю, что 100 квадратных метров, 2 плюс 1, цена этой квартиры 95 тысяч евро, поэтому успевайте, 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 друзья. Давайте пойдемте посмотрим, вторая комната, может быть, это гостевой комнатой или же детской. Здесь выводы под радиатор. Напоминаю, что у нас район Тамюк скоро будет газифицирован, поэтому будет здесь газ и будут теплые батареи. Ну а сейчас давайте в другую комнату зайдем. Может быть, кто-то из вас привык, я лично только-только привыкаю, что в квартирах две ванные комнаты, и эта квартира не исключение. Две ванные комнаты – это откуда-то из богатой жизни. Не знаю, почему у меня так. Вот, вторая, значит, как я понимаю, основная комната, родительская спальня, можно ее назвать. Здесь тоже ванна, вся сантехника укомплектована, все шкафы есть. Вот, пожалуйста, шкаф. Берем вещички, загружаем, и все, и живем. И живем с отличным видом, наверное, 500 метров до моря. Ну и технический балкон здесь, он небольшой, поэтому так называется технический. И что я заметил, многие в этом комплексе, и не только в этом комплексе, застекляют балкон. Для чего это вообще делается? Это делается для расширения жилплощади летом. Жара не так сильно сюда проникает. Зимой вам дополнительная комната. Можно здесь что-то складировать. А можно сделать себе такое небольшое офисное место, например. В этом комплексе также есть сауна, хамам, фитнес, детская площадка, открытый бассейн, аквапарк. Полная инфраструктура в этом комплексе есть. Я напоминаю, цена этого проекта 95 тысяч евро. Отлично подходит для
аренды для проживания для себя или же для дальнейшей перепродажи. Этот проект сдан уже как один год, все функционирует, все прекрасно, все отлично, вся инфраструктура вот здесь вот видна. Что по инфраструктуре внешней? Здесь в соседнем доме аптека, здесь на перекрестке большой Мигрос, также есть магазин А101, БИМ, всеми знакомые турецкие магазины. Также здесь недалеко вкуснейшая пекарня, мы вот заходили буквально вчера туда, очень там вкусно. Море вот здесь вот виднеется. Там, кто знает район Томилк, знает, что там открывается ярмарка, там отличная прогулочная зона, там очень зелено, там велодорожки. Пожалуйста, катайтесь на велосипедах, лицезрейте Средиземное море. Но если вас заинтересовал этот проект, номер вы видите на экране, обращайтесь, пишите во все мессенджеры. Я напоминаю, 2 плюс 1, 500 метров до моря. 100 квадратных метров, 95 тысяч евро. Просто сладкая цена. Нужно брать, ставить технику, заезжать, жить, любоваться. С вами был Арбат Хоумс. Меня зовут Никита Елапов. Живите у моря!